Они начали падать полгода назад. И их будет больше. Это изменит человечество. Кто вы такие? Государственный отдел расследований научных аномалий. Возможно, обломки нашли нас сами или их кто-то направил. Но это изменит ход истории. При плохом сценарии это будет конец истории. Они здесь не просто так. Мы все имеем право знать правду. Здесь все плохо. Я должен все изменить! Эй! Я должен все изменить! Как такое вообще возможно? Это же наша работа. Невозможно. Итак, кто хочет начать? Мистер Барнс, почему Сэм вас раздражает? 15 секунд до выброски! Так, какой план? Великолепно. Супергерои не могут существовать. Я не собираюсь бросать свою работу незаконченной. Мир перевернулся с ног на голову. С чего начинаем? Баки, у меня есть план. Да? И какой? Начнем сначала, а? Девчонка надрала тебе жопу. Три года назад во всех одаренных проснулась сила. Одаренные меняют правила этой реальности. Их нужно остановить. Даже если потребуется пролить кровь. Я тебя в клочья искромсаю. Вы слышали про одаренных? Да, те, что с отклонениями, одержимые. Они несчастны. Кем бы они ни были, я думаю, это золотая жила. Ты знаешь, что этот мир может стать лучше. Ты опять про свою миссию? Да, у меня есть миссия. И я для нее не гожусь. Но это важно. В нашем мире есть баланс, который важно сохранить. Одаренные не опасны, но, похоже, вы хотите доказать обратное. Церковь, пуристы. Все против нас. Даже враги, о которых мы не знаем. Упс. Я здесь не просто так! Мы не можем отвечать жестокостью, нас могут поймать. Я хочу наказать зло и защищать добро. Вы часто участвуете в беспорядках? Я знаю, во что ввязываюсь, потому что могу заглянуть в будущее. Что-то случилось? Я не собираюсь смотреть, как ты раз за разом подвергаешь себя опасности. А вдруг понравится? Это варварство и хаос. Одаренным нужна защита, а мне нужна информация о том, зачем мы здесь и что делать дальше. Мы идем на огромный риск. Будущий мир зависит от моих действий. Будущий мир зависит от настоящего. Одаренные — часть чего-то большего. Yeah.
Я знаю, что это за место. Защитники времени устроили прям цирк. И все клоуны хорошо исполняют свои роли. Ходячая метафора. Обожаю. Вы выглядите суперумным. Я умен. Я знаю. Ладно. Хорошо. Подпишите, чтобы подтвердить все, что вы когда-либо говорили. Это абсурд. Подпишите и это. Мы защищаем правильное течение времени. Вы украли тессеракт, нарушив реальность. И вы должны исправить это. Почему я? Нужен твой уникальный взгляд на Локи. Дадут мне оружие? Не. Вы действительно верите в этого Локи? К счастью для нас, он достаточно верит в себя. Для нас обоих. Пока. Это чудесно, что вы думаете, что могли бы манипулировать мной. Но я на 10 шагов впереди. Вы доверчивы, не так ли? Вы можете мне доверять? Локи, я изучал почти каждое мгновение твоей жизни. Ты буквально 50 раз предавал своих людей. Я бы не сделал этого снова. Ты хоть когда-нибудь меня любила? Я смотрю глубоко в твои глаза, прикасаюсь к телу твоему. Прошу быть рядом со мной всегда. Имя твое целый день произношу. Невозможно объяснить тебе сейчас, что за чувство овладевает мной каждый раз. Стой! Ведь я не понимаю сам, как твоя любовь возносит меня к небесам. Папа! Я бросила Байрона. Почему? Что он сделал? Твоя любовь... Он вживил чип с камерой мне в мозг. Сводит меня с ума. Сводит с ума. Твоя любовь. Он наблюдает за тем, как развернется игра. Сводит меня с ума. Сводит с ума. А как же наши клятвы? Сводит с ума. Вместе мы сможем стать Богом во плоти. Ты уже дала согласие. Я думала, это была метафора. Меня завтра арестуют. И тебя тоже. Я в этом уверен. От сценаристов «Темного рыцаря» и «Бэтмен. Начало». Вы знакомы с моей работой в психоистории? Да, в теории, но я не понимаю, почему... Это не теория. По величайшему произведению Айзека Азимова. Они боятся, что вы предсказываете будущее. Они боятся, что в это верят люди. И им не нравится мое будущее. Империя падет. Начнется хаос. Эти события вскоре настигнут нас. Только мы можем сдержать тьму. Так что же такая одинокая девушка, как ты, делает одна в таком большом доме? Уверяю вас, я замужем. За мужчиной. За человеком. Ванда. Знаешь, мы необычная пара. Ну, не знаю, это всегда было вопросом. Мы просто не знаем, чего ожидать. Привет!
Привет, сосед! Здоров, приятель! Ванда, как ты? Кто ты? Я не знаю. Здесь что-то не так. Ванда, ты меня слышишь? Кто это с вами делает? Вы здесь, чтобы помочь нам? Это наш дом. Тогда поборемся за него. Ванда Вижн.